6 июня у здания УМВД России по Тверской области состоялся торжественный митинг в честь 305-летия российской полиции. На плацу сотрудники правопорядка региона, ветераны органов внутренних дел, представители власти и духовенства. В своем выступлении губернатор Тверской области Игорь Рудени подчеркнул, что легендарная история Тверской полиции создавалась несколькими поколениями преданных профессиональному долгу сотрудников, для которых офицерская честь, верность идеалам отчизны всегда были на первом месте. В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности. Сегодня в ответственный и судьбоносный момент для нашей страны, когда весь народ, без исключения, понимает важность текущего момента, и когда наша страна сражается с нацизмом, сотрудники органов внутренних дел нашей области проявили себя настоящими бойцами правопорядка. Здесь же перед строем почетную грамоту из рук губернатора получили сотрудники Тверской полиции Кирилл Матвеев и Павел Рыжов, проявившие решительность и профессионализм при попытке совершения террористического акта в Лихославле. Майор полиции Рыжов оперативно установил местонахождение и задержал лицо, причастное к совершению поджога военного комиссариата в Лихославле. Приоритеты для сотрудников полиции в сегодняшнее непростое время озвучил начальник регионального ОМВД генерал-майор полиции Сергей Камышев. Сегодня тверские полицейские успешно отвечают на вызовы времени, на высоком уровне выполняют самые сложные задачи как на территории нашего региона, так и за его пределами. В числе приоритетов противодействия экстремизму, терроризму, борьба с киберпреступностью, нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией. Наиболее отличившимся сотрудникам вручены награды и почетные грамоты. По традиции участники митинга почтили минуты молчания сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу. И еще одно событие состоялось сегодня. Перед митингом у здания УМВД был открыт памятник сотрудникам правопорядка. Сегодня мы открываем памятник защитникам правопорядка и закона. Честь открытия памятника предоставлена главе региона Игорю Рудени и главному тверскому полицейскому Сергею Камышеву. Этот памятник – дань уважения всем сотрудникам милиции, полиции Верхневолжской земли. Мы должны помнить и знать нашу историю, не забывая о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, вел непримиримую борьбу с преступниками, бандитами и террористами. На открытии памятника присутствовал его создатель, народный художник России, скульптор Евгений Антонов. Он признался, образ сотрудника полиции родился сразу. Что он защищает, во-первых? Защищает наше будущее, наших детей, потому что в детях наше все будущее. Вот. Декоративный момент, который я использовал, это голуби, которые кормят ребенок. Да, ну это символ площади нашей. Вот, символ мира, спокойствия и добра. Это реальный капитан, реальный участковый, да, который в руках держит папочку с делами своих подопечных, тех людей, которых защищает, законом защищает.